Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем телемосту, который посвящен акушерским кровотечениям, современный взгляд на старую проблему, организованным Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром акушерства и гинекологии города Ташкент при технической поддержке фармкомпании Юрия Фарм. Сегодняшний телемост будет посвящен акушерским кровотечениям. Несмотря на внедрение современных технологий в профилактике, диагностике и лечении кровотечений, использование адекватного хирургического контроля, анестезиологических и реанимационных мероприятий, применение современных достижений фармацевтики, кровотечения по-прежнему остаются потенциально опасными для жизни и являются основной причиной материнской смертности. Сегодня вы услышите мнение ведущих специалистов по данной проблеме из разных стран СНГ. Наш телемост открывает Асатова Мунира Юсуповна, профессор, заведующий кафедрой акушерства гинекологии и перинатальной медицины Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников. Скаченко Руслан Афанасьевич, профессор, кафедры акушерства и гинекологии и репродуктологии Национальной медицинской академии после дипломного образования имени Шубика города Киев, представит доклад на тему «Новые тренды в терапии массивной акушерской кровопотери». Анестезиологический менеджмент при предлежании плаценты представит Ким Юн Дин, профессор, руководитель отдела анестезиологии и реаниматологии, член Европейского общества анестезиологов и интенсивной терапии города Ташкента. Послеродовые гипотонические кровотечения, неприходящая актуальность, представит директор Республиканского центра акушерства и гинекологии города Ташкента Надырханов Наталья Суратова. Перспективы улучшения оказания помощи и реабилитации при акушерских кровотечениях представит Кибиц Елена Анатольевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации. Собственный опыт ведения больных с ПАС-спектрумом представит Магалов Ислам Шарифович, профессор, заведующий отделением акушерства и гинекологии Бакинского филиала Московского государственного медицинского университета, член Американской ассоциации гинекологической лапароскопии, Европейского общества гинекологической эндоскопии. Тингис Йович Асатиани, профессор, руководитель Департамента репродуктивного здоровья Государственного медицинского университета Тбилиси, президент Ассоциации акушеров-гинекологов Грузии, член Королевского колледжа акушеров-гинекологов, представит доклад на тему кесарево сечение во втором периоде родов при глубоко стоящей головке, частота последствий введения. Также будет представлена резолюция телемоста.